молодым он ровно по жизни шагает и все про себя понимает. Он не про победу и счастье, она до конца к его власти. Она позабыла про слезы, ее видать с ним как под гипнозом. Настоящий мужчина, это не излишина. Мужчина, это неизлечимо, только с ним в этой жизни все прекрасно.